Сейчас зашла в левобережный чат. И первое, что я увидела, это фотографию ключей. Ключей. Это как ни печально, как это ни ужасно звучит, это самая бесполезная часть, которую можно вот, взять в руки в Украине. Сколько людей носит в сумочке ключи от несуществующего дома? Вы себе даже не представляете. Представляете, есть ключи и есть несуществующий дом. Ну как я могу вам объяснить, русский, вот что вот с этим, вот просто только с одним с этим, так больно жить, что люди просто не хотят больше жить. Потому что у них есть ключи, а дома нет. Вот сейчас в Олежках, в Голой Пристани, весь левый берег, там 80 сел ушли. Даже если вот вода сошла, да, в данном случае она вроде как сходит везде. Дом рушился. То есть куда вставлять ключ? Вы видели ролики, я вчера выставляла? То есть пальцем так трогаешь спину, стену, а там глина. И все, и как песок посыпалось. Некуда ключ вставить. Некуда. И вот вы сейчас будете там говорить, ну и что, нам пофиг. Да я знаю русский, знаете, почему я это знаю? Потому что то видео, которое обошло весь интернет, где ваши чмобики сидят на дереве, блять, как груши ебаные, сидят на дереве, ну вы, вам же на них тоже пофиг. Вы представляете, сколько русских взорвалось вместе с этой плотиной? Вы представляете, сколько русских, которые в этот момент находились на блокпосту или там где-то там рядышком, им же не всем сообщили, что будет взрыв. И они тоже плавают, вот там вместе с бабушками.